Всем привет! Сегодня будем делать ватрушки. Так как у нас на самоизоляции хлеб закончился, я поставила тесто универсальное. Рецепт теста есть у меня на канале. Вот. У меня есть две пачки творога, правда, изюма нет. Ладно, будем без изюма. Значит, вот так я накидала шарики. Шарики я эти расплющила. Стаканом вот так сделаю дырочки. Никаких заморочек я делать не буду. Я вот так наделаю, прилипает тесто к стакану. Надо его в муку, чтобы не прилипало. Вот, сейчас мы сделаем. Вот, и у меня две пачки творога. Сюда я положила одно яйцо. Так, сколько у меня получилось? 5-8. Вот, значит, мы положила одно яйцо, ложку сахара в творог и ложку соли. Нет, не ложку, чуть меньше чайной ложки соли. Сахара столовую ложку. Одно яйцо. Все перемешала. Вот так. Делаем вот такие ватрушки. Вот. Сейчас. Ну, как раз я сейчас разделю творожок. На все положу побольше, чтобы было повкуснее, побольше творога, чтобы ватрушки у меня были ватрушками. Так, ничего, оно все уляжется. Тесто, кому интересно, у меня есть на канале. Смотрите, вот убежал чуть-чуть. В общем, как раз у меня две пачки творога. Все правильно я рассчитала. Сейчас я чуть-чуть почищу. Так, куда добавить? Вот сюда добавим. И вот сюда добавим. Вот так. Вот, еще, конечно, у меня слабость. Но ничего, даже не могу найти кисточку, чтобы смазать взбитым яйцом. Вот так все смажем тесто и творог. Вот так все смажем и поставим в духовку. Духовку я уже поставила, включила на разогрев. Все это у меня сейчас будет нормально. Сейчас я вам покажу. Хлебушка у меня осталось только черненького, половиночку, беленького нет. Детей мне не хочется сейчас напрягать. В Москве идет снег. У одной-двое маленьких детей. Вот. Чтобы из-за батона белого хлеба бежать родителям нести, везти. Они и так уже нам помогают, покупают, возят. Вот. Так я все смазала. И поставлю в духовку. И потом покажу, ой, Райна, что у меня получилось. Так, вот и все. Ватрушечки мои приготовились. Конечно, они сейчас немножко горяченькие. Так, сейчас, секунду. Я посмотрю. Вот. Что у нас там? Горячие, пригорячие. Ай, горячие. Только-только вот испеклись. Видите, прям с пылу, с жару. Вот такие вот. Сейчас побольше лопаточку надо взять. То это маленькая. Так. О, какие красотки. Пусть немножечко сейчас остывают. Вот, пожалуйста. Вот, не надо бежать в магазин, слава богу.
Все хорошо. Вот такие ватрушки у меня получились. Вот. Всем приятного аппетита. Как раз прям к обеду. Горячо только. Вот немножечко они чуть-чуть. Вот. Пеклись, поджарились, все хорошо. Все, вот такие ватрушки у меня получились. Теперь мы будем обедать, пить чай. Всем приятного аппетита. Так, сейчас я вам попробую поближе показать, сфокусировать. Вот, вот так. Да, красота. Красота. Красотища. Все, всем приятного аппетита. Всем пока-пока.